Слабый сигнал сети. Ладно, день подождал, все, заполнил все реквизиты, все, все это. Пошел на почту, а там правил. Угу. Пока теперь оно туда дойдет. Угу. Не знаю, когда его там рассматривать будут. Так тоже нашу, что они могут и такое учредить. Вот, сделали. Украинский паспорт, печать, плоц. И все. И все. И на Украину ты уже не поехал. Никак. Ну, а он пенсионер, естественно, ему туда надо. Ну, я пенсионер тоже, но я там пенсию 6 лет уже не получаю. Ну. Все, 5 лет, 16-го года я не получаю. Еще год получал, как вернулся, и все. Ну вот. А он теперь вообще ничего не может. Куда ему этот паспорт? Ну да. С чем ему туда ехать? Ну разве что, а по российскому паспорту он туда пенсию не приедет, не восстановит. Не продлит, не восстановит. Ничего не сделает. Еще как там это называется, верификация или как оно там? Ой, да. Вот же у нас как все. Ладно, еще такой вопрос. А как восстановить документы на дом? Это да, это такая история, это БТИ, которая сейчас... Которая непонятно где и как работает. Они сейчас переехали, по-моему, если не ошибаюсь, ну, в Советской центре, они, да, да, в центре, возле этих гусей там где-то. Да, 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 за гусями там где-то. Это тоже сейчас... Документы просто утеряны? Ну, или утеряны, или украдены. Ну, в общем... Причем нет ни дарственной, ни техпаспорта, ни домовой книги. Ну, в общем, ни единого документа на дом, ни единого нет. Ну, скажем так, вообще, у меня тут ребята обращались. О, короче, те подвозки, скажем так, которые были раньше по БТИ, я вообще сама работала в БТИ до войны. Там сейчас все боятся, все сидят, уши прижали. Попасть к ним вообще из области фантастики, дозвониться это, тоже нельзя. Это, да, да. А но если по факту, как правильно должно быть, то ну, как бы вообще по идее как должно быть, то надо прийти и написать, ну, дать заказ, да. То есть на восстановление документа, то есть должен прийти, ну, грубо говоря, если это было ваше, да? Мое, конечно, да. То есть у вас есть ваши документы, вы с вашими документами приходите, вот ты. Заказ на техпаспорт, то есть на восстановление полностью документов. А доверенность это искать надо того нотариуса, который оформлял дедарственную? Вообще... Или она уже не нужна, там, если просто восстановить документы, то там и дарственная? Они, ну, вообще, получается, документ может выдать, как в простонародье сказать, кто родил, тот и выдает. Но, скажем так, если был какой-то там документ купли-продажи,